Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, девятнадцать, двадцать. Всем привет! Вы на канале Польза Нет Стримы. Меня зовут Саня. Здесь только подробные стримы с целью сэкономить вам средства. И сегодня мы будем с вами прожаривать довольно интересное устройство. Чем оно интересно? В первую очередь для меня стоимостью, для многих других, кому надо его продать, тем, что у него есть телевик. Вау, он а лучший, хороший, с чем-то... Можно сравнивать, об этом я отдельно остановлюсь. В первую очередь я еще призываю всех, кто смотрит мой канал и примерно понимает, как я делаю любой э, контент. Я делаю много фотографий. Много фотографий, много видео, и я не думаю, я делаю. То есть это может быть плохой подход, но канал польза нет, 445 тысяч подписчиков. Кому-то подход этот по понравится. Надеюсь, и вам тоже. Так вот, он максимально топорный. Все говорят, здесь лучшая камера. Я пошел и три дня фотографировал на этот смартфон. Плюс еще сравнивал его с S24. Это попроще, чем птз сравнивают его с какими-то другими самсунгами но в принципе довольно тяжелый для сравнения почему потому что завтра вы увидите как вы помните я и дешман сравнивал с дорогими смартфонами но это не делает дешман дороже и это не делает этот супер красивый смартфон а, с хорошим Опять же, не с моих слов, портретником, супер телефоном. По какой причине? По той причине я сразу накидываю негатива, потому что в ритейле он стоит вообще бредовых денег, я бы о нем даже не говорил. А за 30 тысяч рублей, а конкретно 30 тысяч русская версия стоила. А глобалка стоила 24,5. Глобальная рус... не глобальная, русская, а именно глобальная версия. Надеюсь, кому-то пошлют. В телеге скидок по ссылке в описании можете посмотреть. Это был самый низкий ценник. Я купил его за 30. Вполне нормальный смартфон, который можно потом продать. Но ну, мы не будем рассказывать вам про супер-супер какие-то его фишки. Я просто еще раз упомню, напомню вам, упомню о том, что меня зовут Саня. На этот канал необходимо вам подписаться, если вам интересен такой подход. Если вы не продавец, а вы покупатель, и вы даже любите бренд Realme, и вы мне назовете хотя бы, не знаю, один их флагман, который можно считать камерафоном. То есть они замахнулись воевать с камерафонами других брендов, но сами Realme не имеют камерафонов. Магия такая, да? Есть у них алгоритмы, есть у них... У них есть хорошая реклама для вас. И, ну, я думаю, что всем зашло в голову, как в что вы можете делать портретную съемку, которая вам ни, ни к селу, ни к городу. И она будет аналогом той съемки, которую делают флагманы, которыми вы тоже не пользуетесь для портретной съемки. А для портретной съемки можно использовать, знаете что? Вот это. Или 31 0 D-3120 за 9000 рублей савито. Но мы не будем об этом. Я не буду ни в коем случае приунижать э, людей, которые занимаются тем, что они зарабатывают на портретах. И даже допущу момент, что они зарабатывают на портретах и будут выбирать этот смартфон для того, чтобы делать портреты. Я хочу посмотреть на человека, который другому человеку заплатит за портрет, и он вытащит ему Realme 12 Pro Plus. На этом мы закончили. Вот это мое обезьяничество. Я прекрасно понимаю, что по каким-то причинам, скорее, всего, рекламным. Люди купят это устройство. И второй вариант – это перепродажи, либо знакомство с брендом. Что делают Realme? Realme делают красивый смартфон для кого-то. Э, я это дело не, при, не приветствую. В моем 40-летнем э, сознании мне 40 лет, и в подростковом возрасте с таким бы смартфоном можно было бы огребсти на территории Российской Федерации очень даже легко и просто с таким дизайном. Но вполне возможно, что у кого-то другой подход. Я, кстати, ссылку в комментариях скинул на телеграм-канал свой с примерами фото. М -м -м. Ган, почему у большинства подписки не открываются? Саня, здорово. Если сейчас не, зам, не лопата, давайте под подрасскажу про этот смартфон. Начнем, в общем, с чего мы? Начнем мы с того, что смарт, в принципе, очень даже интересный. А, в первую очередь у него реально быстрая зарядка. То есть вот у него быстрая зарядка такого неплохого размера на 67 ватт. Но но заряжает она его и правда реально быстро. А, в комплекте у него идет та же, также сразу силиконовый чехол довольно неплохого качества и из интересного разумеется помимо силиконового чехла я сейчас кстати скажу вам ключ для извлечения слота под две сим-карты пока я рассказываю вам о каких-то таких вещах тривиальных и вы запомнили что завтра вы увидите его обзор сравнение с Samsung S24. Повторяюсь, что если вы думаете, что вот он плохой, ругает смартфон, я собираюсь его покупать, поверьте мне, чем больше будет негатива про этот смарт, тем дешевле на него будет ниже ценник. Понимаете? Магия в этом. И как только я вам скажу загуглить аналог этого процессора великолепного, но ну, это больше сарказм, <къех> у вас встанет вопрос, почему IQ 8 Gen 2 для китайского рынка с русским, русским языком, Google сервисами и всем остальным на 8 Gen 2 стоит столько же, сколько Realme 12 Pro Plus, когда это один и тот же бренд. Ну, я думаю, что вопрос должен встать. За 20 минут на 50% он заряжается, за 30 на 70% и за 38 на, 70, на 85%. Вот. И нет, в телегу розыгрыши переводят для того, чтобы в телеге людей было больше, поверьте мне, а не потому, что в за... закрыты подписки у Ютюба. Это один из способов лайфхака налить себе телегу. Вот. А... Смотрите. 671 тысяча баллов в Антуту. Мы сейчас его включим. У меня работает кондиционер. Давайте теперь со всеми поздороваюсь. Призову еще раз подписываться на канал с колоколом, потому что рано или поздно вам понадобится какой-то смартфон. И если я продолжу этот банкет, и люди будут смотреть чаще и больше, поверьте мне, меня также смотрят продавцы. Также смотрят перекупы и производители. Когда я вам расскажу про Xiaomi 14 Ultra, я очень надеюсь, что они это дело посмотрят. И на Авито, на котором я купил Xiaomi 14 Ultra за 100 тысяч, люди одумаются и станут продавать его хотя бы по 90. Но это сделаем мы совместно, все зависит от вас. Вчера мы гоняли Xiaomi 14 Global, сегодня мы гоняем Realme 12 Pro Plus. Кстати, я его уже поцарапал. Ну что за беда, а? Вот и Xiaomi я также царапал. Ну ладно, здесь уже корпус. Хотя, Довольно странно вот так быстро царапаться. Без чехла его поносил два дня и все. Даже не три дня, потому что один день я его носил в чехле. Что мы с ним сделаем? Мы в первую очередь его с вами обсудим. И обсудим мы с критической точки зрения, еще раз повторяюсь, если вам надо, чтобы вам впаривали портретник, легко, легко. Я могу смазанные фотографии на всех флагманах делать, вот на всех. На iPhone, на Samsung и говорить... Посмотрите, как Рилми работает. Ну, магия, магия ручек. Кто-то сделает там видео еще покрасит, как некоторые блогеры красят. Кто-то фотографии смазанных накидает. И все, и у тебя уже поперли продажи. Ведь Realme 12 Pro Plus это просто аналог, аналог флагмана. Я, если что, с сарказмом говорю, потому что... Смотрите поступательно, что я хочу сказать об этом смартфоне, даже не заползая в его спеки. Когда мы имеем подобного рода смарт, первый вопрос у любого покупателя, который интересуется фотографией: а что есть из аналогов? А из аналогов море смартфонов. Если вы сидите на пикселе 6а, у вас не будет лучше фотографий. Если вы сидите на пикселе 7А, у вас не будет с этого смартфона лучше фотографий. Если вы сидите на Samsung A54, у вас не будет с этого смартфона лучше фотографий. И я могу, кстати, очень долго перечислять. И это даже без установки какого-нибудь GCM. -а. То есть это совсем неприятная история. И вряд ли вам кто-то из блогеров скажет обратное. Но, может быть, скажут. Еще раз, следующий момент. По поводу, у кого есть еще в эту стоимость телевик. А, давайте будем откровенны. До того, как момент телевика не стали пиарить, он, ему, он никому и не нужен был. Никому. А, насчет того, что есть за эти деньги с телевиком, я вам потом расскажу в ролике. Хотите сейчас, вот накидайте ради интереса. Без телевика, повторяюсь, на 8 Gen 2, есть IQ Neo 9, помимо этого еще продают в 32 тысячи, как и этот смартфон 32-34, OnePlus Nord 3, и помимо этого стабильно он продается 32-33 и 10T можно купить, и Ace2 Pro, и это все One классы и это все BBK. Тот же самый вот этот вот, но не на дешманском процессоре. Ну и без вот этого вот великолепного обрамления, ради которого вы, наверное, должны побежать покупать данный смартфон. Он мне кажется, завис у нас вон тут. Негатива я накидал на него. Он решил зависнуть. Еще раз запустим. Не виноваты я. А нет, он что там считает? Не-не-не, это просто он так тяжело идет. У Вивы ценник опять конский будет. Напишите мне, может быть, что-то знаете в с телевиком о, спорт, с телевиком X3 в эти деньги. Только третий эшелон не пишите, сейчас еще про техно напишите, я вообще расплачусь. Вы грамотно написали, даже Xiaomi 13T. Максимус, да, хватит царапать аппараты или я не смогу их продать напоминаю что в описании есть еще телеграм-канал скидок первый канал со скидками там этот смарт был низкий ценник самый низкий 24 500 кстати напишите кому это все-таки отправили но это была глобалка не русская почему потому что здесь его вообще за пределами российской федерации так не пиарят и не покупают разумеется но в россии достаточно поманить мужиков взрослых портретником и все-таки как я жил без портретника на 600 тысяч баллов в тут за 35 рубасов я побежал покупать ну это ну это дичь но по сути народ ведется я вам скажу что прям сто процентов ведется андрей бобровский у кого он проиграет алгоритмами камер алгоритмы камер андрей бобровский вот зайдите еще раз я еще раз вам скину примеры примеры вот просто с руки для с руки я также снимал Samsung. Samsung тоже скину. И вот поставьте мне такую вот обезьянку, потому что вам будет стыдно за эти примеры. Если я буду выстаивать, выбирать ракурс, выбирать хорошее освещение, у меня любой дешман за тысяч так 12 будет снимать так классно, так сочно, что вы захотите написать, что у других алгоритмов вообще 11 ультра, 12 ультра, Xiaomi 14 ультра. Это магия рук и никакого мошенничества. Посмотрите обзоры мои, посмотрите примеры фото. Если вы сделаете вывод из этих фотографий, что это лучший смартфон, ну супер. Я могу из этих фоток выбрать 4, и вам покажется, что смартфон великолепно фотографирует. Вот она магия, вот она магия. А если еще джекэм установлю, а если еще чуть-чуть по химии еще, еще его увидите, в принципе вы это даже не увидите, вот, так же как делают в примерах видео некоторые блогеры. В, то, опять же, ваш, ваш выбор. Я, зачем? Вы пришли рассказывать мне, что этот смартфон хорошо фотографирует, хотя он у меня на руках? Или то, что Samsung шлаково фотографируют, когда ты вот там так ими трясешь, чтобы у тебя смаз появился. Ну, вы реально блогеру хотите рассказать, что ну, у меня есть Samsung на руках. Она никогда не фотографирует так, как мне сегодня скидывали пример. Она фотографирует так, если ты специально смазы сделаешь. Ну, у Realme смазы намного больше, поверьте мне. А, вот, OnePlus 12 тоже будет послезавтра на прожарке. Завтра будет на прожарке Xiaomi 14 Ultra. Я думаю, вы не против. В настройках канала на главной странице в разделе рекомендованные разделы надо просто добавить подписки и, забыть, и не забыть опубликовать. Да. еще раз, как он фоткает. Откройте телегу, не надо на нее подписываться. Посмотрите исходники фоток, сделайте вот мне обезьянку туда, также пошлите, как народ. И потом дальше приходите со мной разговаривать. Не надо мне отобранные фотографии пихать, притом смазанные от одного смартфона флагмана. Я знаю, что флагман тоже смазывают. Можно еще специально, знаете, как смазать ими. Хотя это довольно сложно, если честно. Но если надо, значит надо. Если перед стартом продаж э, Realme в Российской Федерации надо ее э, сделать победителем, то почему нет? И я еще раз повторяюсь, у меня к Realme максимально теплые отношения. Они мне предлагали, предлагают и будут предлагать смартфоны. Но спасибо, я их куплю сам. Потому что, серьезно, сколько они за нее... Я говорю, 30 тысяч со скрипом. 30 тысяч со скрипом! но точно не 32, 35, 40, там какие-то бредовые вообще ценники. У меня Шурик админ код ни за что из чата выносит. Андрей, ни за что никого не выносит. Значит, вам не подходит этот чат и все. Если вы просто заходите, чтобы скачать фотографии, вас вряд ли оттуда кто-то удалит. А, Саня, твое мнение, как он фоткает? Макс, еще раз повторяю. Хорошо фотографирует, отлично. Посмотрите примеры великолепно фотографирую. Зачем мое мнение? Там столько фотографов уже отчиталось о том, что это лучший фотофлагман 2024 года, и Samsung рядом не валялся. Завтра в сравнении с S24 я расскажу, насколько он крут. 12 Pro Plus. Прям рвет его. В видеопримерах тоже увидите, как он его рвет. По полной программе. 4К 60 FPS вообще ни о чем у Samsung. Вот 4К 30 FPS на Realme просто бомба. Вот и, ну мы что и делаем, мы его прожариваем. А так, так вот, помимо негатива, позитива и всего остального. Первое, ладно, давайте откровенно, мне не нравится его дизайн, дизайн женский. Если кто-то мне напишет, что я сексист, хорошо. Если мне кто-то напишет, что я старпер, я согласен. Ну вот кто мне напишет, что вот это вот ну, я просто работал 20, 19 лет и 9 месяцев в том месте, за которое, вот если ты с этим делом появишься, будут смеяться долго. И пока ты его будешь доставать из широких штанин, будут относиться к тебе как к слабому полу. Опять же, это все такая субъективщина. Но вот это по мне дичь. Вот, ну, дичь. Дичь. Но народ как-то, наверное, есть потребность в этом, в таком дизайне. Потому что я таких дизайнов ни у кого не знаю. Он, конечно, очень сильно выделяется. Найдите мне ту девушку, которая выберет из любого айфона. И он, и... Кстати, если с айфоном сравнивать, он, ну, сказать, что он в разносе, это ничего не сказать. Так что с айфоном я сравнивать не буду. Вам хватит, поверьте мне, Samsung 24 на Exynos, к слову. ну и особенно классно, конечно, чисто за телевик схватиться и какой-нибудь сделать такой кульбит из разряда посмотрите какой телевик и не смотреть ни на что остальное тоже вообще огниво вы покупаете же телевик так-то игры не, не ну я просто представляю что у меня будет в комментариях потом после обзора ну, мне все равно вот все равно потому что мне кажется моя аудитория однозначно его купит за 30 поиграется и продаст дороже или уже купила за 24 что у нас из интересного здесь? У нас здесь стоит великолепный Snapdragon 7S Gen 2. И... Аналог его, по-моему, 8020 от этого МТК-шный. Dimensity. Потому что если это не 8s20 даже, то это значит совсем уже днище. Нет, 820 его вздергивает. То есть они... А OnePlus 11 Pro разве был не, не на не понял. Точнее, не OnePlus, а Realme 11 Pro Plus не был на, на МТК. У меня такое смутное ощущение, что они... Потому что если это так, то я, конечно, очумею. Это в чем прикол тогда? Тихо, тихо, тихо. А, он был на 70, ну да, тогда шаг вперед хоть какой-нибудь. Хоть какой-то. Хотя 80-20 тоже не волшебный, но 70-50 уже уже что-то. Если сравнивать 70-50 и demensity. Ну, 80-50 лучше. 80-50 лучше, чем этот снэп. Uh, хотя опять же за снэп. При прочих равных условиях. А, -а, -а так. Да, он про м -м выигрывает. вот возвращаясь к нашим истокам мы узнали что он выигрывает вспомнили точнее нет узнали вот я допустим не не, не помнил уже один про плюс на чем был а, до 16 гектар оперативы до 1 терабайта внутренней памяти nfc bluetooth версии 5.2 притом коды KPTX hd в наличии а, 2g 3g 4g и 5g для китая ну и в принципе все, что надо знать. Вам еще надо будет знать, и вы сейчас увидите по яркости. И я вам скажу, что он вас расстроит. Ну, может быть, он вас и порадует, если вы не планировали его покупать, но если вы планировали его покупать, вам просто необходимо поставить мне лайк и уйти и, и уйти, чтобы потом посылать ко мне нерадивых и говорить: если не хочешь покупать, вон там дурачок рассказывал про, про смартфон. Еще и яркость как-то мерил вообще подлец. Вот. И э, я бы сказал, что можно еще с Пока было бы сравнить, но я не буду. Потому что Пока дешевле. Где качественный коврик для колова? Я вообще никогда не заморачиваюсь по коврикам. Вообще. Саня, в двух словах, если сравнивать его с GT3, неужели он лучше снимает? Я не сравнивал уже с GT3. Вы понимаете, я сейчас я сейчас вам сформулирую. Это общее навязанное мнение, что вам имеет значение камера. А, при том, что камеры по мне, я вот, допустим, на Huawei это замечал, нас реально со временем ухудшают. Можно сказать, что это оптика страдает, там матрица, выгорают пиксели, еще что-то. Нет, ее программно ухудшают. И сравнивать очень часто прошлые модели довольно проблематично. Лучше сравнивать исходники. Для себя сами вот решите, что хорошо, что плохо. Я не говорю, что это плохой смартфон. Я говорю, что для него есть тонкая красная линия по ценнику. И много моментов, которые мне не нравятся в нем. И все. Возможно, это ваш выбор. Напишите, пожалуйста, плюсик, кому нравится этот дизайн. Я понимаю, что это не она, аноним... ну, как бы, может быть, я триггернул на то, что он негатив, н никому не понравится. Я очень надеюсь, что вы поставите плюсик, если да, минус, если нет. Потому что вполне возможно, я не знаю свою аудиторию. Это не какой... какая-то шутка. Вот я и мода, это просто... Я не понимаю этой штуки, я каждый раз рассказываю об этом на, стрим... об этом на стриме. Я не понимаю, то есть для меня, я не понимаю религии вообще никакие. Если ты получил высшее образование, очень сложно во что-то верить. Когда ты, опять же, кто-то имеет силу, сердце, вот, плюсики, кому-то нравится, спасибо большое. Вот, половине народа нравится. Половине народа бодро нравится. Видите, как, не знаю, теперь, теперь я знаю, спасибо. И э, я, соответственно, не понимаю в моде, там, этот цвет модный. Чего? Я вам сказал, что даже плюсики, плюсики побеждают. Экран водопад мастерская Дмитрия супер ужасен. Антон Винокуров. Да, мне дизайн нравится, но я бы с ним не ходил. Ну, ну хорошо, можно так сказать, окей. Дизайн необычный, интересный, но я бы с ним не ходил. Сергей Висков. Вот последнее слово. С этим вы уходите с канала просто и все. Я, кстати... Но надо, чтобы камера все-таки в уровень с корпусом. А слишком жирно. С чего они будут у тебя? Ну объективно, он будет тогда толстый и все. То есть, о, знаете, почему у меня еще мало людей на стриме? Ну не мало. Сейчас у нас очень много. Всем еще раз привет. Я опять выставил английский язык стрима. Вот максимально неразумно. Ну а что делать? Привет, Honor Magic Ultimate. О, понятия не имею. Вот чего мне не интересно абсолютно, так это Honor. Nord 3 или 12 Pro плюс. Еще раз. Я не собираюсь сравнивать в лоб ничего. Почему? Потому что вот есть исходники. Кстати, я их не догрузил. Почему они мне не выгрузились? Они слетели, по сути. По загрузке. Сейчас я еще... Да. А, нет, все, грузится. Или не грузится. Нет, это не догрузил я Сейчас догружу, вы очумеете. Наверное, из-за того, что я перезагружал компьютер. У меня, вы не обижайтесь. Еще раз, вот для примера. Мы вчера рендерили видос. Все, 668. Яркость запомнили, что он сбросил до 700 люксов. но не особо и сбросил. У него плюс-минус такая была. Повторяем. Так вот, из-за обновленных дров слетела, брендер слетал постоянно. Вот у меня, по сути, из обновленных дров на видяхе я не мог завести камеры сейчас. Да, и такое тоже бывает. И мне сейчас понадобилось откатывать на стриме. То есть я более-менее сейчас вроде подготовился, думаю, все. Вот сегодня вовремя. И как-то не вовремя. Опять. Так что скузи. Лучше стримы мои в записи смотреть, чтобы не, не нервироваться. 125 фотографий, и чего-то половину я из них не, не закинул. Сейчас я еще раз удалю то, что было уже. Все, 114 отправить без звука. Все, вот сейчас будет ультимейт. Ультимативное количество фоток. Ультимативное. Все, понеслась. А, можете уже смотреть. Но я думаю, все равно он будет грузить где-то минут 30. Почему в смартфоны не ставят IPS мини-дисплей? Потому что, ну, хоть пусть шим будет минимальный, контрастность не та. И все. То есть народ будет... Яркость не та. Может, энерго с энергопотреблением проблема. Стерберн. Идеальные камеры у Red Magic 9. И это единственное, что в нем хорошего. Дизайн. Все. Шайбы уже приелись. Дмитрий. Ну, опять же, дизайн это кус, кусовщина. Но я теперь понимаю, что половина аудитории минимум нравится и радует этот смартфон с точки зрения внешности. Вот. Переключил монитор. Телек мгновенно обновил дрова NVIDIA. Сейчас пауза, при этом 7 секунд. А, хорошо. Нет, Шурик, за честные обзоры прожарки. Андрей, спасибо. Еще раз повторяюсь, от вас зависит, будет ли продолжаться история с прожарками. Почему? Потому что каждый раз я повторяю, что я занимаюсь каннибализмом и с обзором одним кадром, который вы увидите завтра на Xiaomi 14 глобальной версии. Сегодня вы увидите обзор одним кадром, ой, точнее, послезавтра на Realme 11 Pro, 12 Pro Plus. Потом обзор одним кадром Xiaomi 1 14 ультра. И также, если мы будем продолжаться собираться большими компаниями, в первую очередь огромное спасибо всем, кто оставляет еще комментарии. Я буду продолжать этот банкет. Вот, мне это интересно. Потом я в перспективе планирую еще делать на этом канале, если он разовьется, в принципе, с техноблогерами какие-нибудь стримы совместные, но это будет для души исключительно для души, потому что, как вы понимаете, аудитория у нас плюс-минус одинаковая, и я могу назвать 10 блогеров которых смотрят все, или 15 вместе со мной. То есть, как минимум, в четырех категориях часы, наушники, смартфоны, я в пятнашке. Вот. И, повторяюсь, мой подход, я покупаю все, есть у меня что-то, как говорят, на халяву. Но вы видите там шильдик рекламы. И обычно там очень слащавые и смешные смартфоны, которые очень не нравятся перекупам, которые покупают локально. Но очень нравятся брендам, потому что им все равно у них сидят большие дядьки и не понимают, что весь этот 8-минутный обзор на третий эшелон это один сплошной сарказм. Ну и что? Вот. Притом, я вам откровенно скажу, что на эти обзоры люди подписываются намного охотнее, набирают они намного больше просмотров, чем обычные токсичные мои подходы. Саморекламой заниматься полезно, иначе никто не подпишется, поверьте мне. Такой взять для съемок видео 4К 60 FPS до 40 тысяч. Сова. Я сделаю топ до 40 и скажу, где там будет лучше по видео. Хорошо? Лучше бы сделали качественный ширик с большим углом обзора чем телевик. Конечно же, но с шириком тяжелее все. С ультрашириком, потому что снимаем там на основной модуль на ширик. Так вот, по поводу ультраширика, ну он здесь мракобесный. Вообще здесь очень много всего мракобесного. Я очень прошу вам вас посмотреть исходники фото и, и все. И вот там я прям 50 мегапикселей фоткал до упора просто. фокус вышел из чата. Да, где-то у меня фокуса не было, где-то был. И опять же, это не идеальный смартфон. Идеальных смартфонов не бывает, это хорошо. Я говорю, в 99% случаев мой контент про как бы соотношение цена-качество. Цена-качество. Потому что я покупаю это дело, потом продаю. И, разумеется, у меня какая-то печать негатива, либо позитива по поводу этого есть. А, Обзорные часы OnePlus Watch 2 уже купил, будут. Уже. Но их не выслали, кстати. Еще. Сейчас я проверю. Вот надо постоянно продавцов теребонькать, чтобы они отправили. Ну, а я купил за какие-то космические 27 штук. Хотя они и стоят 300 долларов. Я не знаю, с чего они будут дешевле. Собирают заказ. Хм. Чат по заказу. Спасибо, что напомнили. Вот. Завтра, значит, у нас Xiaomi 14 ультра будет прожарка. Послезавтра будет прожарка OnePlus а 12. -го. Глобалки. Mm. OnePlus 12 и глобалку забили, допилили. А об этом узнаете вы на стриме. Мы говорим про эту железку, либо про те железки, на которые уже были обзоры. А качество мобильной съемки это навязанное мнение, это же не потребность, чтобы камеру не таскать. Качество мобильной съемки это навязанное мнение по поводу портретов, потому что те, кто зарабатывает портретной съемкой на Телевик, они не будут ходить со смартфоном Realme 11 у 12 Pro Plus, если вы думаете, что это Ладно, я не хочу вообще это обсуждать, потому что я прекрасно вижу, как это происходит и что они делали упор на эти камеры и расписывали. Вы понимаете, что все, что пытается сделать Realme в компании PR компании этого смартфона, это увести фокус на телевик. И вы на это ведетесь. В каком моменте времени вам самое важное в смартфоне стал телевик? Как этот мир поменялся вот от появления этого смарта? Что? И в каком моменте времени вы предположили, что со своими сенсорами он лучший? Смотрю исходники, фото бомба, если честно. Как-то смазано, но, блин, никто не мешает перефоткать в моменте. Вот как раз в этом-то и прикол, Максим, что мешают перефоткать в моменте. Потому что на телефоне ты видишь классные фотографии. Та-да! А потом уже на компе ты видишь какую-то лабутень. Еще раз, удачной вам продажи и покупки этого смартфона. Я абсолютно уверен, что кто-то будет безумно рад. И кто-то, у кого вот такие шоры, кто не видел другие смартфоны, не смотрел никогда примеры фотографий и первый раз в жизни увидел мобильную фотографию, скажет «Вау». А кто-то, кто помнит, как я на Redmi Note 13 4G за 10 тысяч рублей, точнее 12, или пока M6 Pro скидывал фотографии в 50 мегапикселях, они говорили «А то круто! Так может купить все-таки M6 Pro, если вам фотки предметные нужны, потому что разницы вы не увидите». И это да, магия. И вот такая вот, к сожалению, реальность. А будут ли обзоры на смарт? Нет, но ну это дашман Валерий, у них ценник просто бред. Вы тоже рекламы пересмотрелись. Honor мне предлагали эти. Мне предлагали 8X8B. Абсолютно бесполезная лабутень, которую потом вы никогда никому не продадите. Еще из-за их ценник. Но за те, кто-то покупал их за 15 тысяч, за 15 тысяч норм. Я не видел их за пятнашку. Я использую телевик, когда в лом подходить, чтобы сфоткать. Заметил, что стал часто пользоваться. Супер, Евгений. Отлично. У меня еще Realme 6 Pro. Супер. Саня, будет обзор на Samsung Fit 3? А, я еще не купил. Я не нашел, где купить. Можете написать мне в личку в Телеграме. Все, я не могу уже в этих очках. Я не ношу очки. Я ношу очки для стрима и для роликов. Чтобы умнее выглядеть. 11 Pro плюс в России 40 тысяч. Александр Хрипунов. 11, 12 про плюс в России. Телеги. Россия это вот вот за 9 дней мне пришел Xiaomi 14. Но ну, окей, вам там будет он 12 дней идти. В России за 30 тысяч рублей можно купить 12 Pro plus 10 дней доставка. 10, мать, его за ногу дней. Извините за мой французский. Ну какие 40 тысяч за 11 Pro Plus? Ну окститесь. Вы же умеете пользоваться интернетом. Как-то вы до стрима дошли. Если вы дошли до стрима, вы как-то можете любой магазин, я же не говорю какой, освоить электронный. Саня, будут планшеты от Huawei? Э -э нет. Тоже оверпрайс, как и Samsung. Может быть, что-то будет, но очень сильно сомневаюсь. Тоже предлагали, кстати, Huawei -вских. два планшета, по-моему. Саня, это все из-за самса и яблока. В последнее время у них только ширики меняются. Вот и Realme под этот хайп решили зайти. Эээ, да, да, нет никаких претензий. Никаких. Просто надо четко понимать, что этот смарт – это не фантастика. Это не волшебный смартфон. Еще раз, смотрите исходники на Poco M6 Pro. На Poco X6. На Poco X6 Pro. Вроде бы не камерафоны, но снимают очень даже неплохо. Те же 4К 30 FPS на основной модуль. Ну, куда мы, куда движемся? Нет там телевика, да и к черту. Из-за телевика покупать за 30 кусков по смарт на процессоре, который выбирает 600 тысяч в Antutu? Серьезно? А что дальше? Из-за красоты, из-за цвета, из-за кружочка? Опять же, вам решать. Может быть, у вас приоритетами именно этот. Я не говорю, я бы стал покупать за эти деньги, а для себя бы купил Oppo Find X6. Вот, вот. Доверия к интернет-магазинам нет. С чего, Лис? В каком, вы в какой вселенной живете? Вы посмотрите процент продаж интернет-магазинов. Ну ладно, я не буду. Я не буду. Если интернет-магазин от самого же бренда, официальный, он более официальный, чем любой ваш сетевой магазин, потому что они просто дилеры. Ладно. Хочется обзор на раскладушки. Не хочется их вообще юность в сапогах, никто не смотрит. А Санчес Ку, какой лучше смарт выбрать в баланс всего за 25-30 тысяч рублей. В особо не игра. Так, сегодня розыгрыша не будет. Будет завтра. Я не настроил третью страницу с Кузи. И уже поздно. Вот. Завтра будет 14 ультра с прожаркой. Не бойтесь. Ладно, хорошо, плюс один бенд. Должны разыграть 5, разыграем 6. А, талиб вот эту вот помойку ушли вместе с ней. Спасибо большое, минус один подписчик. Саня, а если сравнивать эволюцию камер в Samsung, начиная с S20 серии и заканчивая с 24? По мне, S24 Ultra и S23 Ultra, пам -пам, в S24 Ultra надо конкретно химичить, чтобы получить супер картинку. Они еще их не допилили. Когда допилят, черт его знает. Либо они просто сделают камеру в S23 Ultra хуже, как вариант. А Дед Мороз понятия не имею, как покупать. Народ через кого-то покупает, так же, как покупают в Беларусь. Надеюсь, я правильно сказал. Покупаем в Москву, и потом кто-то им пересылает. Что выбрать для фото и видео из Redmi Note 13 Pro Plus и Realme 12 Pro Plus? Кстати, по поводу э, региона, вы напишите, может быть, саму поддержку, потому что Ali.ru уже, ru. И по идее они должны посылать. Саня, с 15 марта начнется китайская великая распродажа. С 18 Почему с 15 С 18 А проблема в том, что 17 марта у нас может быть легкая проблема с чем? С курсом. Будем надеяться, что ее не будет. Я очень надеюсь, что ее не будет. Но вообще, по идее, в первые дни не должна быть. Там неделю еще должно подержаться. Илья Смирнов. Смартфон, которому 4 года не может в идеале продаваться. Супромат никто не отменял. И, и, и пиксели в матрице, и процессор, и аккумулятор. еще много всяких прелестей у вас там деградировано. Я ходил с P30 Pro, и с P40 Pro и P20 Pro. С P40 Pro я ушел, потому что кончились Google сервисы. У меня материала 10 килограмм с 20 ли ультра. Если улучшат камеру, я пойду в суд. Хорошо. Расскажите нам без сарказма. Я буду только рад, если вы как-то победите. Какой хороший телефон до 40 тысяч рублей? Киноман, я сделаю топ-30 смартфон, топ до 30 тысяч рублей. И там будут много смартфонов 30 плюс. Вот, его посмотрите и сделайте выводы. Мы одинаково смотрим на ситуацию или нет. У них аккумулятор только проседает. Не только. Не только. Железочка, к сожалению, вся постепенно приходит в негодность и процессор у вас устает, и все остальное. Еще раз, супромат никто не отменял. Вы не знаете, как его эксплуатировали. А то, что там выгоревший экран, 99,9 в периоде. Саня, подскажи, пожалуйста, намного ли будет лучше фото и видео айкуна Neo 12 от Samsung A54? Вообще понятия не имею. Айкушки 12, не Айкушки 12 Нео нету, Нео 9 и 9 Pro. Не намного. По фоткам не намного. С видео много, намного, потому что там есть 4К 60 FPS. Саша, привет. Как думаешь, что ли делать? Еще раз, чтобы вы понимали. Вот напишите хорошо, плюсик, давайте так же. Вот мы уже выяснили, что коллективным разумом, что дизайн кому-то заходит. Больше половины народа дизайн нравится этого смартфона. Теперь я прошу у вас второй плюсик, по поводу съемки, кто-то снимает в 4К30 FPS. То есть у вас есть смарт, который не может снимать в 4К60 FPS, и вы выбираете 4К30 FPS, а не 1080P60 FPS. Вот. Плюсик, если выбираете 4К30 FPS, минус, если выбираете 1080P60. А... Я по карте покрытия не нашел 20-го бенда вообще в России. Вот первый, третий, седьмой, 38 нашел нашел. Потому что он есть, Магир. Вот вам вас придется теперь забанить, потому что мне кажется, что вы китайский продавец. 20-й бенд много у кого и где есть, особенно за городом. Минус, 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 минус. Плюс, если в 4К снимаете 30 FPS, а не в 1080-60. Вообще, и тогда вопрос дня. Это люди, которые разбираются, которые любят электронику электронные устройства. Если они выбирают 1080p 60 FPS и 4K 30 FPS им не надо. Зачем вставляют 4K 30 FPS? Чтобы вы видели качество, но не видели плавность и хотели купить себе флагман. Потому что технически, конкретно для блогинга и еще чего-то, это абсолютно бесконечно бесполезная разрешение для съемки, учитывая частоту кадров. 4К 60 FPS топчик. 8К 30 FPS не бесполезно. Почему? Я сейчас объясню. Потому что вы можете делать кроп, и те, кто пользуются уже 8К, они чаще используют это дело на штативе. Вот. Проседалого нет. Мы второй раз прогнали или третий? По-моему, второй. Попробуем еще разок. А зачем мне 4к видео, если у меня нет 4к монитора? Стерби, э, здесь вопрос в том, что если у вас 4К разрешение на телевизоре или на мониторе, то да. Если вы не занимаетесь контентом, то нет. Но опять же, вы можете делать кроп. Вы понимаете, когда у вас есть разрешение выше, это мы можем. Я, я же про это и говорю. Оно вам вот хотя я сейчас это спрашиваю, это тоже определенного рода маркетинг получается. Большинству не нужно это видео. Большинству хватает 1080p 60 fps в хорошем качестве. Что лучше взять по фото и видео? еще раз смотришь Avil LV. Вот я накидал фоток на OnePlus, на Redmi 13 Pro Plus 5G. И сейчас накидал фоток на еще много чего. В общем, все примеры фотографии есть. Я говорю, я считаю, что это просто... М -м -м, как же вам объяснить? Но это натягивать сову на глобус, когда ты, допустим, вот как мне очень не понравилось, как сравнивают флагманы. Но я это сделал так же. Но я сделал так же с чуть-чуть другим смыслом. Я сравниваю S24 с этим дном по видео. Почему? Потому что по фото, еще раз повторяюсь, мне достаточно два раза сделать смаз у флагмана. И потом у вас будет ощущение, что Realme реально может конкурировать. А оно не может из-за хотя бы процессора, хотя бы из-за алгоритмов. Какой простой наводящий вопрос, если у Realme флагманы по фото? Барабанная дробь нет. Если у них нет флагманов по фото, и вы хотите сказать, что они продают средники с возможностями флагманов, но флагманы свои не могут сделать фотофлагманами и видеофлагманами. Почему? Что продать надо? То есть продать надо. Что можно продать? Вот чего нету ни у кого, чтобы можно было продать. Телевик. Все. Все. Не защита от влаги это дорого, и уже у народа есть. что И, и особенно, разумеется, людям, а, как это просто зайдет. Ты просто сравниваешь с флагами, на которых у тебя просто смазы у народа. Либо ты подбираешь такой сценарий использования, при котором. Свет же мелькает. Ну вот просто главное выбрать неудачные фотографии на флагмане в сложных условиях и закинуть с удачными фотографиями от Realme, Redmi, Huawei, Honor, Lenovo, Red Magic, Nubia. Это проще простого. Поэтому я скидываю массив с неудачными фотками и удачными. И вот вы видите, средняя температура по больнице. Я стараюсь фотографировать хорошо. Вот это мороженое, которое я фотографировал, у меня был упор на одну руку с мороженым, упор на телефон, и у меня не получилась фотка. И меня это прям взбесило. Потому что тряски никакой не было, расколбаса не было. Это первая фотография с примером вот этого смартфона. И о чем это говорит? О том, что нет, вы не достанете, не сфотографируете. Как мне написал человек сейчас, один из подписчиков, я вообще его достану. Нет, на Рилме вы так не сфотографируете. Достанете и сфотографируете на телевик. С, с, с какого лешего? Вот мне хочется плохими словами объяснять, но ладно. А наш диалог с вами в первую очередь о том, что вам же не важно, что я скажу. Вам важны примеры, и это абсолютно разумно и вам нужны результаты тестов. И давайте вот минимально мое экспертное мнение по поводу ценников все-таки, потому что вы аналоги все можете не знать. Я покупаю все смартфоны. И повторяюсь, если у вас есть Pixel 6a, Pixel 7a, это не будет лучше фотографировать. Если есть у Samsung K54, это не будет по фото и видеосъемке лучше, еще и без защиты от влаги, как я знаю. еще очень много я могу перечислять, но зато теперь я могу сказать, зато кому-то понравится его дизайн. Вот, все, круть. Есть ли смысл брать F5 Pro или остаться на F5? Пока нет, ждите F6. F6 Pro скоро выйдут. Сам хвалил Realme GT Master Explorer Edition по фото. Это был не фотофлагман, это были отличные фотографии относительно конкурентов. И сколько лет прошло? Почему вы, вот вы, это было три года назад, два с половиной года назад. Не вспоминайте мне рилмы. Посмотрите, кто начал кью-серию их обозревать. У них еще офис не было в России открыт. Я их уже покупал и рассказывал. И у них офис так и работает, но не со мной. Но я про них все еще рассказываю и буду рассказывать. Айку нет офиса. Я про них рассказываю. миллионники рассказывают? Нет. Ради чего им это? Потому что его не продать. Он стоит копейки. Почему я все время топлю Айку о 9? Айку Neo 9, обезьянка такая. Потому что идеальный смарт. И, разумеется, никто не будет его вам покупать и рассказывать о нем, потому что за него никто ничего не платит. И все. И еще офиса у них нет, и рекламы нету на них, и никто его не продает, потому что его надо будет продавать в ноль, потому что люди, которые покупают подобное устройство, они разбираются. Просто стоимость такая же на Snapdragon 8 Gen 3. А здесь я напомню вам Snapdragon 7S Gen 2. То есть уровень небо и земля. Но по запасу, ну, это просто небо и земля. По железу, это небо и земля. Это вот непонятно что. И через одно класса устройство. А стоимость одна и та же. Магия Рилме, да? А Бибикей тоже. А тоже бибикей. Тоже же Бибикей. К чему это все? К тому, что очень рад всех вас видеть. Еще раз привет. Uh, NW, Fresh, анти Neo8. Спасибо за обзор. Очень нравится. Особо удивился весу. S22 Ultra в 24-м. Если вы на нем сидите, то оставайтесь. Если вы хотите на него перейти, то, разумеется, нет. Саня, не знаешь, какой будет процессор в F6? Понять не имею, даже не интересуюсь. Когда будет, тогда уже будет день, будет пища. Вот. Китайцы для себя лучшее делают. Ну, разумеется, я говорю, всем кажется такие. Вот у нас рынок, 146 миллионов человек проживает. А там полтора миллиарда где деньги, где они больше денег заработают? Там, где полтора миллиарда и средняя зарплата повыше, или там, где 150 миллионов и средняя зарплата пониже? Это магия. И логично, зачем выходить бренду, делать глобалки, излюбливаться на мировой уровень, если они и так гребут лопатой у себя. IQ12 и 12 Pro тоже отличные. Марина, у меня Realme 9 Pro Plus. Купил, когда он только появился. Искал телефоны со стабом. До сих пор пользоваться и все устраивало. Кроме ширика. Сейчас купил за 27 12 Pro Plus. Обывателю его более чем. М -м -м. Мы друг друга не поняли. Я говорю, за эти деньги есть лучшие смартфоны. Вы мне говорите, я купила, меня все устраивает. А зачем вы смотрите стрим? Зачем смотреть обзоры? Но я понимаю, что вы сами делаете вывод. Вывод на основании чего вы сделали, что это будет лучший выбор для вас. Что насчет вибрации? Обычная вибрация. Ничего фантасмагоричного в нем нет. В OnePlus будет лучше. Никак. За стилус Богдан вы платите, но я нет. Не пользуюсь. В каком моменте стало важно вибро, звук, проц, верх яркие экраны? Он стал телевик. Ну, чем вы чаще контактируете, с экраном или телевиком? Андрей, для того, чтобы посмотреть, как у него 9 камеры, просто зайдите в мой телеграм-канал, вбейте название и посмотрите примеры фото и видео. Еще раз, если вы себя не приучите оценивать фотографии и видео сами, вам будут впаривать всякую дичь. Вы знаете, только вы, что вам лучше. Я вам скажу, что Realme 12 Pro Plus рисует фотки еще жестче, чем Samsung S24 в раз 50. И это мольберт просто вместо фотографий. Но кто-то мне скажет, что ты вообще ничего не, не понимаешь, китайцы все красят, и этот красит тоже, и это отлично, и вообще супер. Вот. GT5 хорошая, Realme GT Neo 5 хорошая альтернатива. А... Uh, Нео 5. Чему? Как он в играх? Филатов, Михаил. Вот сейчас мы третий раз прогоним его в Антуту. Я спокойным образом с вами оценю его температуру. Яркость. Мы посмотрим, как быстро он восстановится. Но я не думаю, что с 600 тысяч баллов он. Процессор довольно холодненький. То есть понятно, что мне кондиционер работал, и все остальное, но. 41,4. Ну, 50 градусов нет. Три прогона в Антуту Или даже 4. а так и не понял. Мы 4 делаем прогона или 3 сейчас? Где деньги, Лебовские? Да. Биг сама да. У Xiaomi все то же самое. А использовал бы я S24 на постоянку или выбрал, был, выбрал бы другое. Вот смотрите, по поводу компактов. Когда-то у меня был S21 и Huawei по 40 Pro. У меня было всегда минимум два смартфона. Я говорю, я... Как бы вам сформулировать мягче. Я не буду мягко формулировать. В общем, проще говоря, когда ты пользуешься смартами, то у тебя есть к ним требования. Почему у меня было с 21? Я его заряжал 5 раз в день, если не 6. Потому что он был маленький. Просто был маленький. И мне надо было под маленький карман смартфон маленький. Почему у меня был Huawei? Потому что я на него снимал. Потом я попробовал съемку на iPhone и все. И с этого момента с айфоном рядом по стабильности и по подсъему ничего не менялось. Не лежало. Опять же, мое субъективное мнение для моих задач. Вот. Наличие стаба очень часто выручает. По поводу того, почему, почему смотрю стрим, а что поделать? Стрим вышел после того, как был куплен телефон. А, Марина, если вы купили данный смартфон за 27 тысяч рублей, вы выиграли в лотерею. 12 Pro Plus за эти деньги это просто волшебнейший смарт. Мы сейчас говорим о людях, которые будут смотреть этот стрим и вполне возможно не покупают на Алишке ничего. Вполне возможно они попадут в тот момент времени, когда не будет распродажи. Возможно у них приоритет не камера. И возможно, ну, вероятнее всего за 27 тысяч они его не купят. Вы его купили, это джекпот, 24-27, вы его завтра продадите за 30. Понимаете? То есть дальше уже думать нечего, дальше уже нечего по поводу этого даже разговаривать. Вы купили отличный смартфон за 27 тысяч рублей. Я сейчас разговариваю с вами стоит с позиции, что его продавали в какой-то момент 24 с копейками и 30. Большинство купило за 30, я вообще за 32 купил. Киноман, вы теперь забанены. Спасибо большое. Повторяюсь, платформы здесь упоминаю только я. Или не упоминаю чаще. Вот я говорю вам: берите на любой платформе, на какой хотите. Глобальная платформа, которую вы вспомнили, у меня очень негативное отношение. Она кидает очень много людей. Хорошо, что вы с этим не сталкивались. За 27 это классный телефон, Александр Ши Хрипунов. И и все. И все. И нечего здесь особо натягивать. Дмитрий Горденко, ну вот ты. Баша, давай договоримся, ты мне донаты не кидаешь. Все админы вето вам на донаты огромное спасибо ты мне можешь чем мне в личку не написать зачем зачем этот вопрос зачем дмитрий зачем ты кинул мне вопрос когда ты мне можешь написать в личку Но я напоминаю что у нас администраторов 38 человек они все любят электронику все на добровольных началах и мы все очень близко общаемся вот им огромное спасибо за помощь вот поэтому вы здесь не видите хаоса. Саня, интересный вопрос. Скажи, пожалуйста, снимай на айфоне в программе DJI. Как доступно 4K 60 FPS? Там есть 4K 60 FPS. И я тебе скажу, Дмитрий, что DJI сейчас снимает в раз 5 хуже, особенно по переключению камеры, ее сломали, чем стоковая камера айфона. Сейчас тебе вообще ничего не надо. В айфоне просто включаешь основную камеру и снимаешь 4K 60 FPS и кайфуешь. И в топку эту dji прогу. Но она и снимала в 4K 60 FPS кстати. Я не знаю, почему у тебя в 30 снимала. Саня, а какие бренды с не красят? А то у меня глаза вываливаются из орбит без за фоток, без освещения. Не красит яблоко, все. Все остальные красят в той или иной... Ну, опять же, если сравнивать, допустим, Samsung по сравнению с этим Realme, Samsung вообще не красит. Если сравнивать Vivo с, опять же, Samsung, Samsung не красит. Если сравнивать опа с Samsung, то же самое. Онр красит тоже, еще контраст выкручивает. Спасибо большое за модерацию. Александр Хайпунов, вам спасибо. Еще раз повторяю, что у нас драконовские чаты, но у нас нет мата, упоминания религии, упоминания политики и любого новостного ряда. То есть на данный момент, когда вы находитесь в стриме, либо в моем обзоре, либо в моем чате, знайте, что мы в домике на 100% и были так всегда все 6 лет моего канала. Я повторяюсь, на канале нет религии и политики, и не будет. У меня не хватает мозгов ни для понимания одного, ни для понимания другого, и, и все. У кого хватает мозгов, удачи на политические форумы. Вот. хуже всех по мне красит Вива. Вива вообще люток Но от Вива народ кайфует. Поэтому у них фокус-группы, мне кажется, лучше и для европейцев тоже, потому что когда снимает Вива, народ от этих видосов тащится. Прям тащится. За 20к Realme GT Neo 5 SE это нормально? Брал три месяца назад. Да, почему нет? Но я вообще не помню, сколько два месяца назад он стоил. Это хороший смартфон. Пару лет можно ничего не покупать. Да, религия, религия это железо. Здравствуйте, подскажите, какой флагман вы считаете сейчас лучшим? Выбираю телефон, хотелось бы компактный, но очень важно, больше всего присматриваюсь к Galaxy. Точно не Pixel 8. Лучше S24 тогда. А, Дират, вы будете забанены. Я там не покупаю. Я там не покупаю, покупал у него два раза два года назад. Два раза два года назад. Очень дорого, очень быстро, очень классно. И как человек, это отличный чувак, и он мой хороший знакомый. Был Вот. И все. Есть очень много людей, которые его порекомендуют вместо меня. Если хотите быстро и дорого, наверное, быстро, и какой-нибудь премиум, то однозначно к нему других я не знаю вот ему премиум я прям доверяю по поводу всего остального вот смотрите это тоже палка о двух концах почему потому что ну вот 11 ультой 14 ультра я купил за 100 тысяч рублей ровно на 512 гектар на авито также у чувака ну как бы вопрос ценника а по поводу смотрите температура температура вообще минимальная 4036 это прям класс-класс, так фокус не настроился, вот фокус настроился. Следующий момент. Сейчас проверяем, сбросил ли он яркость. Почти не сбросил, я вам скажу. Но мы все равно его дадим чуть-чуть остыть и при этом я сейчас вам зарядку показывал, его чуть-чуть зарядим, а потом еще остынет он. Давайте 10 минут зарядим, потому что 30 процентов это маловато, мы может быть погоняем его целый час. А, я понимаю, что еще раз повторяюсь, мне не нравится. Маркетинг этого смартфона, в первую очередь, вы понимаете, что они зашли через телевик. И со всех сторон, со всех трубок, со всех мест, это телевик, телевик. Смартфон это не телевик, смартфон это экран. В 99% случаев это экран и процессор. Потому что от процессора идут алгоритмы. Во-первых, как у вас будет плавно, неплавно Во-вторых, опять же, съемка, вы увидите видос. Видосы с него я точно не назову лучшими. Вот хоть в ногу мне стреляйте, вы увидите сравнение с S24. И я поругал себя, что я повелся на эту дичь и решил э, делать сравнение не с каким-то средником, а именно с этим смартфоном. Это было глупо с моей стороны, неразумно, и он не достоин быть в сравнении с флагманами. Вообще никак, нигде, ни в каком месте. Вот. Опять же, мое субъективное мнение, у вас мнение может быть другим. Сейчас я, кстати, загружу. Потому что мне нужно потом будет еще и Самс туда кидать. 12 Pro Plus. Про камеру я пока еще... Вот я еще посижу, у меня еще ночь. Зачем мне спать, правильно? и решу, насколько она хороша, но точно она прям конкретно проигрывает конкретнейшим образом, э, она проигрывает самсу во всем. Понятно, что можно сделать так, чтобы она не проигрывала, но, но ну, это не моя цель, не моя миссия и не мое желание. Вот. Пять секунд. Так, актуален ли Realme GT 2 Pro? Нет. Нет, не старайтесь перехитрить систему. Вы покупаете смартфон, который не продадите потом, потому что он старый. То есть, когда вы покупаете какую-то новинку, через год вы потеряете 30% стоимости. Когда ты купишь сейчас GT2 Pro, даже по низкому ценнику, ты через год потеряешь все. Ты его не продашь. Либо за какие-то копейки. Еще раз повторяю, что вот я пытался купить задешево, получается... S24 на снэпе, по-моему. А, S23+. В итоге купил э, не через мм MM использую используя баллы. Через ММ-ку, MM используя баллы, оказался витринный образец с полностью выжженным экраном. То есть за 2... А, 12X. Xiaomi 12X я хотел купить. В итоге не купил его. И... Хотел всех обыграть, а в итоге обыграл сам себя. И по времени потратил время, и еще и нервы. Таня, возраст берет свою или ты не выспался? Я стабильно всегда не высыпаюсь. Я ложусь в 5 с лишним утра и... И все. Я всегда выгляжу плохо, не беспокойтесь. Еще сейчас такое освещение специально. Давайте я вам магию сделаю, так же, как делают с фотоаппаратами, просто-напросто, или с камерами. Вы берете, включаете освещение, направляете его, эти источники на человека, и у вас получается совсем другой контент. И ты вроде свежий, и, ну, может, и не свежий, но точно лучше, чем был, правда? Все. Все? Все, сразу. Сразу. А еще и сглаживание какое-нибудь приобрести. Напоминаю, запоминание площадок бан. Да. 108 мегапикселей – самый очевидный маркетинг. Сразу, да? Сразу вроде не совсем погибаю. Погибаю, но уже на лет 5 меньше. Больше выспаться. Не, Стенберг меня бомбит. Меня вот бомбит. У меня бомбит от 4, от 3 смартов. Xiaomi 14 я уже сделал обзор. Realme 12, сегодня он был. Realme 12 Pro будет завтра. И Xiaomi 14 Ultra. От этих трех смартов, которые я получил, получил, купил. И они мне пришли, меня прям вот так вот колбасит. И уровень злости у меня очень высокий. Поэтому не перекладывайте это на девайсы. Но просто я разумеется, про них что-то уже знал, что-то ожидал, а в итоге получил какую-то лабутень за космические деньги. Опять же, я злюсь с точки зрения продавца. То есть я купил их, и я понимаю, что я просто теряю на этом десятку, пятнашку, на этом теряю пятерку минимум. И еще и на... Ну, не будем, в общем. Это, это нытье мое, это мои проблемы. Вы получаете исходники фото, видео, сравнение с ходовыми смартфонами и мое экспертное мнение с точки зрения денег. Вот покупать его стоит. Я повторяюсь, покупать его стоит. Илья Смирнов, а в этом-то и смысл, что 14-ультра, Xiaomi, вообще ничего. Она даже 3D-Mark не проходит, понимаете? Под кондиционером без чехла. Это великолепное устройство. И я уже скидывал в свою личку. А тестировал ли Sony один вид? Тестировал TV-Box. Если у вас прямые руки, и вы видодел, он может снимать нереально круто в проф-режиме. И прям круто, круто, прям киношно. Но мозгов там надо, и э гигей -э -э сколько. Это не про меня. <с planes> вот. Ну и не для предметной съемки. Это прям он именно киношная тема. Да. Ну, тебе нужно купить было купить даже плохой смартфон. Нет, у меня нет политики покупать плохие смартфоны. У меня есть, ну вот я покупаю смартфоны, все что выходит. Какую дашь ему цену? Кому? 14 ультра это бред, это бред, это сюр. У них ни одного флагмана не ценится у Xiaomi, ни одного. Xiaomi 11 ультра ценится только потому, что мы их покупали, по-моему, по 36 тысяч рублей. Они на низком курсе были, все их накупили потом, потом. О боги, Xiaomi. И никого не колбасило, что у них там кодировка. До 12 Xiaomi кодировка была дном, и никто из видоделов ее не использовал. Вы понимаете, я блогер, блогер, как хотите меня называть, я снимаю на смарты. Я прям Безумно хочу слететь с айфона, чтобы мне не писали, что ты вообще используешь iPhone, какого лешего ты рассказываешь про. Я вот сидел на Huawei 40 Pro и радовался, пока у них был, были гуглы. Гуглы отвалились, и теперь да, я хожу с этой лобутенью. Вот, и я этому не рад. И да, у него даже телега виснет местами. Бывает, у него вообще все бывает, но снимает он круче всех для моих задач. Ты чека. И я ищу этот Android-смартфон, который, по мнению всех производителей, все дергают айфоны, но никто в итоге не дергает. Сейчас играл в Diablo 48 FPS и стрим в окне. Круто нагрелся. Uh, я не понял, о чем, но окей. Okay. Главное, не измерять яркость экрана, правда? Не забываем прожать лайк, like, все, кто пришли. Повторяюсь, что неангажированные стримы прожарки. Даже вы приходите, меня не слушаете, аудио, выключаете и такие. Мы, кстати, не засекли, но в топку. зачем кстати, еще 10% накинется. А вы можете отключить звук и смотреть, что народ пишет. Потому что здесь приходят и фанаты брендов тоже. И контраргументы любые мои аргументы, как в споре, не рождается истина, также на подобном стриме не рождается истина. Вы просто видите контраргументы людей, которые защищают, продают, может быть, смартфон, либо купили. И мои контраргументы за покупку, либо наоборот, не покупку. После прожарки заказал Xperia 1 V за 76. Смарт огонь. Спасибо за подробный обзор. Вот видите, я не советовал Sony. Я его захейтил, я прожарил его, рассказал, какой он плохой, но в то же время сказал, что под определенные задачи за 76, за 80 тысяч это просто бомба. Это нереально крутой смарт для видеосъемки. И все. И человек купил, и у него нереальная плотность пикселей, к слову, и он нереально лежит в руке. И Почему он топ? Потому что везде вокруг Sony стоит космос. А в России, потому что его не покупают, как и хуавейские часы, он стоит копейки. И поэтому его можно рассматривать к покупке. 12x стоит ли менять на 14 а, протега? Я думаю, что у вас у 12x как минимум уже выгорел экран. Попросите у кого-нибудь, чтобы он на него посмотрел, если вы и вы его покупали на старте продаж. И разумеется, вам нужно на что-то его менять. Но если брать iPhone 14, а... Кастра, да, на iPhone без проблем. Гуглы работают, в отличие от Huawei. Магия, не думаю. И Google Диск великолепно работает. И еще, помимо этого, камера и э, студия, и банковские приложения с Face ID, в отличие от Honor Magic 6 Pro. Какого-то лешего везде в форумах писали, у них сработал. Э, может, у них глобалка, потому что китайская версия Face ID у меня со сбером не работала. Вот говорю, у всех свои тесты. Я рассказываю вам свой опыт. Он такой маленький для кого-то. Кому-то, не знаю, я не знаю, какой опыт для, нужен для кого-то. Вот у меня такой, принимайте его, либо, либо идите там, где вам не будут делать стримы, будут красить ролики, фото, видео, будут... Ну, у всех разный подход. Вот. Я думаю, 300 человек в онлайне на канале, где 2980 подписчиков, точно не потому, что я красивый. Что значит выгоревший экран? Точнее совсем потому, что они красивые. Не забываем прожать лайк, подписаться на канал. Еще раз повторяюсь, две недели, 12 дней у нас будет перерыв. Возможно, я сделаю прожарку какую-нибудь. Пока я буду в Будабе 12 суток. А если вы будете реагировать и подписываться и смотреть канал, то, наверное, буду однозначно делать, потому что смартфонов штук штуки 4 я с собой возьму. Вот, в этот период вы увидите несколько топов. Топ флагманов топ смартфонов до 30 тысяч рублей и топ субфлагманов мой личный и опять же там будут смартфоны про которые я ругался но а что делать так 60 процентов нам хватит хватит а, даем чуть-чуть ему отдохнуть и сейчас будет неприятная магия почему неприятно потому что мы будем измерять яркость вот смотри те у нас что он повис сейчас я посмотрю подождите да все не повис Яркость экрана. Автояркость отрубаем и видим 314, ой, 714 люксов. Включаем автояркость с фонариком и он выдает нам 960 люксов. Чуть-чуть ждем. Смотрим, сколько он. О, 1100, не шутя. 1200, не шутя. Молодец. Молодец. Если он хотя бы минуту отработает так, то уже все, огонь. Стенберг. О! Нет, не отработает. То есть он сбросил, чтобы потом опять накинуть. Я не убирал фонарик. Да, я думаю, вы прекрасны. А, подождите, давайте, чтобы вы видели. Вместе с фонариком. Пять секунд. Мужик должен быть чуть-чуть симпатичный, обезьянин. Главное, чтобы нормально зарабатывал. У меня такая политика все еще. А кто красит ролики, это отдельный вид морского изна Ну да. Ну опять же, надо продавать как-то. Третий эшелон, типа Нубий. Вместе с Вилсакомом. Вилс норм, Вилс отложил себе его, получил полтора мульта за рекламу и все. Ничего негативного. Я считаю, что это просто образец для того, чтобы понимать, как Uh, должен работать блогер, которому на все равно, все все равно на всех просто рассказать, что красивые и все и все равно свои просмотры он получит. Uh, вот она третья фаза, когда он сбрасывает и он уже нагрелся, кстати. Но в целом мораль такая, что вы сможете его использовать на солнце сможете. 960 люксов сможете. Понятно, что я могу топить его и сейчас негативничать, но я этого делать не буду. Расскажи, пожалуйста, про выгоревший экран. Да ничего нечего рассказывать. IPS выгорает. Ой, амалета выгорает. Не, нет вечных экранов. За два года выгорает. в игры вот меня больше всего бесит, когда народ предполагает, что они умнее всех и думают, что они купят какой-нибудь смартфон за копейки. И вот кто-то ему дурачок э, решит его продать. Нет, не решит. Нет, не купят. И как бы вам сказать помягче? Сейчас 5 секунд. Старые железки – это старые железки, напоминаю. Не стоит вам приобретать старые модели смартфонов. Вы никого не обманете дольше, меньше будет. Мне, кстати, надо поменять сейчас аккумулятор перед тем, как мы начнем играть. А шим единственное не измерили. Шим не измерили. Сейчас измерим. По сути, мне продали аккумуляторы не оригинальные. что он недолго не живет. Шим на 100%. Довольно скромный в 6. 6 на 75. 8. 11 в пике было 13, это мелочи 8 и 13. Все. Все. Шим великолепный. До 13%, процентов в основном до 10, и это прям круто. Прямо круто. Включаем PUBG New State. Сейчас я переключаю камеры. Включаю здесь дополнительный аккумулятор. 5 секунд. Ждите всему. И несмотря ни на что, у меня пока не все настроено, ну и ладно. Опять же, я не стример. Вы видите, у меня даже линейка донатов не, не настроена. Единственный, кто мне кинул сегодня донат, это Дмитрий Гордиенко. Огромное спасибо, 100 рублей. Это не призыв. Это к тому, что стрим создан для того, чтобы вы оценили девайс, подписались на меня, разумеется. И потом пришли сюда, и мы с вами общались отдушина. А мне все равно его тестировать. Еще раз, и на YouTube начал стримы делать, потому что у меня на Твиче это все дело отваливалось. Да ладно, а здесь показывает 10%. Это какой-то степ. Это степ. Подождите. Или придется его как пуляшку вот Если уже этот отвалится. Либо я просто не поменял. Я не поменяю. Вытащил, оставил тоже. А, и 5 секунд. Сейчас перепроверю. Так что подписывайтесь на канал с колоколом. Поддержите себя же. Себя же. Когда вам нужно будет выбирать смартфон, вы подумайте: ну, я хочу узнать, что народ об этом думает. А коллектив всегда хорошо. Когда то один плохо. Так, и нет, ну я есть. Я есть. Все. Надо брать демки. Там шим до 20% промелькал вроде. Нет, Тим, это был на пике. Ну, давай. Ты хочешь, чтобы я его топил? Я его и так нормально затопил. Так, сейчас я выключаю все освещение, чтобы я выглядел. Я выглядел так, чтобы мне, вам, вам было меня жалко. На вас успокою, да. Последний раз я до 12 ночи, наверное, месяца 4 назад ложился спать. Но все бывает, так сказать. У каждого своя болезнь. Я выбираю эту. Так, и все, в принципе, чего у нас тут. 59% выставляем настройки графика, 90 FPS, ультра, высокие, включена по умолчанию сохранить. Так, и чтобы вы не говорили, что мы с герцовкой забыли что-то, надо еще и герцовочку экран яркость поворот частота обновления герцовка высокая нельзя выбрать в приложениях ну окей и можно еще знаете что сделать кстати об устройстве показать вам что обновление последнее стоит правильно э, версия получить разработчика и показать вам кодеки кстати Кодеки здесь. Аудиокодеки. Вот они кодеки и включить частоту обновления экрана 120 герц. Все, все, 60 герц. Опа, а что это за лабутень? Сбалансированный режим. Я включаю игровой, правильно? Вы же сейчас скажете, что почему не игровой? Игровой режим Pro. Но все равно он показывает 30 FPS. Почему? Ну-ка. А, ну все правильно. Мы же еще не зашли в этот. Снимки экрана, блокировка, изменение голоса, настройки. Плавающий окно. Плавающий панель. Нет, не надо нам плавающий панель. В игровом режиме плюсик поставьте, если в игровом. Я думаю в игровом, потому что опять на меня же будут нападать. Что почему не игровой? А кстати у многих есть мнение, что почему-то смартфон лучше отводит тепло, если у него пластиковая или стеклянная крышка, а не вот такая вот аля кожзам. Опять же. Я это дело не разделяю, но я принимаю, что у кого-то может быть другое мнение. И по мне это все бред. Так, и сошку выставляю, чтобы комфортно было. И отключаем звуки. Как меня бесит вот это вот. Выключить. Все. Все звуки отключены. И почему-то здесь лог 60 FPS. Я не знаю почему. Будем разбираться сейчас. М -м -м. Ну вот смотрите, частота обновления. Понятно. М -м -м. Еще раз. Экраны яркость. Частота обновления высокая. Все. ли продажный лол а, не понял хорошо снял минус один человек в подписках почему помойку тестишь и еще один минус Еще раз. Настройки. Почему он 60 FPS не показывает? 60, ой, 90 FPS. Ну, значит, у него лог стоит по частоте. Я не буду ничего разлочивать. Хорошо будет при 60 играть. Блок Вахмин. Ну, его снимают, но я говорю, я не собираюсь снимать. Вот есть у них блок, окей, протестируем так. Запомнили. Потому что 90% пользователей не будут этим заниматься, если не 95%. И это не игровой смартфон. Еще раз, я не претендую, что это игровой смарт. Геншин мы поиграем 15 минут, если кого-то беспоко беспокоит этот вопрос. Даже 20. Секундомер только включим сейчас. 58, наверное, процентов уже. Да, 58. Здесь полчаса мы поиграем, мне кажется, нет. Хватит полчаса. Ты везде потыкал 120. Емеля, да. Тут нужно так же, как у Xiaomi, очистить кэш в батарее и производительностью. Окей. Батарея, Где здесь кэш? Режим работы. Высокой производительности. Включил. Ну, смотрим. Это вы имели в виду? Дмитрий, но ну 30 FPS это еще норм. Я не буду 60 выставлять. Чуть ярче экран сделать. Как? Он на максимальной яркости, друг. Я могу просто сделать вот так. Поярче картинку для вас. 57 уже. Так, сейчас единственное проверю. Да, он к быстрому Wi-Fi подключен отмена. Ну вот 60 FPS и все. Где еще? А, Вахмин. Ну, в общем, говорю, 60 FPS и норм. 57 уже. Стоп, сброс, старт. Все. Не будем устраивать дичь. Я не говорю, что это игровой смартфон. Биг сама, пожалуйста. Как-то он долго ищет. Юрист Артур Кузнецов. Почему я перестал вход на обзорах делать на смартах, которые обозреваешь? А заметьте, что многие блогеры начали это делать, потому что у меня достаточно видеопримеров и сравнений. И моя личная телега с исходниками. Зачем мне портить картинку в начале ролика, потому что новые подписчики думают, что просто у меня ужасное качество у ролика, и все. Как бы так. Я это попробовал, я это сделал, я это протестировал, и на этом закончил. То есть, если вы собираетесь купить смартфон чисто для камеры, заходите ко мне и видите вход на какую-то лажу с ложовым звуком, вы уходите. Вот и все. Вы не ушли, хорошо. Но большинство уходит. Вот. наша религия эту кувалком нет то что здесь кувалком это зашибись просто такая скромненькая qualcomm штука так вот так чуть ближе подведу пардон чтобы мне удобнее играть было менее ярким его сделать нет Телефон для игр. Asus ROG Phone 8. Все. Больше у вас ROG Phone 7, ROG Phone 6, ROG Phone 5S. Какой Realme до 30 тысяч посоветуешь без блокировки сети с одним миллионом Antutu? Realme без блокировки сети с одним миллионом Antutu. А почему я должен Рилме советовать? <laughs> я сижу так, а почему я должен советовать Рилме? Или вы продаете Рилме, поэтому я должен что-то выбрать из вашего бренда? Я, меня умиляет это дело. А вот, может, вы мне напишите, что из с миллионом Антуту предлагает Realme, допустим, типа пока X6 Pro? М? Нет? Молчите? Спасибо, офигадер Балу. Какой Samsung сейчас купить с хорошей батареей? Они все нормальные, новые. Но тебя ведь не за картинку уважают, у тебя свое реноме, как у блогера. Юрист Артур, я вам слово даю, что я понятия не умею, какое у меня реноме. И у меня обзоры каждый день. Если вы думаете, что я зазвездился, я вам прямым текстом скажу, что у меня в мозгу 3000 просмотров на ролик, 3000 просмотров на ролик. И так уже два года с половиной. И все, что больше, хорошо. Все, что меньше, я не, не воспринимаю. У меня... Я больной вот этими железками. То есть, как бы я не ругал Realme 12 Pro Plus, я счастлив его получить. Я кайфую от того, что здесь есть телевик. Я кайфую от того, что реально, ну, кто-то мне дал идею его сравнить с флагманом. И то, что он его разнес, этот флагман, ну и что? Зато норм, тоже новое. Кто-то стал, я говорю, на вход начал делать. Многие стали делать а, входы на камеры. Я хотел к этому вернуться, я думал об этом. Но прикол в том, что чаще всего с хорошими камерами смартфоны идут защита от влаги. Если они идут защита от влаги, то я их топлю в начале. Если я их вначале топлю после утопления, вот теперь съемка с, с камеры, мне будет 99,9 в периоде, 554 тысячи комментариев. Что вот ты его топил, поэтому камера дно. А потом мне скажут: а вот ты сегодня вечером снимал в студии, а здесь специально. Ну, зачем? Когда у меня что-то снова на это дело, извините за грубость, мне будет это интересно, я это буду делать блогинг он этим и прекрасен лично для меня что я могу что-то новое придумывать те же прожарки то что мы сейчас делаем с вами совместно это просто нереально очуменная тема при том не понял она исключительно что что за лабутень как я люблю ботов она не новая, но просто новая для меня и для вас то, что я реально покупаю все. Honor? Окей, okay, Honor. Huawei? Окей, okay, Huawei. Там, не знаю, Meizu 21 Pro, который уже погиб. Окей, okay, Meizu. S20, S, 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 э, Xiaomi 14 Ultra, который я считаю дном там, Но из, исключительно из-за цены. Вы видели эти полторы тысячи евро в глобалке? Ну, кукуха где? Где у них кукуха? Когда они в себя поверили. Если бы у меня не было 12 ультра, 13 ультра и 11 ультра, я бы сказал, ну наверное они вс... как да. Но сейчас я вам скажу заранее, я уже его погонял. Но эта тема перегревается в 3D марке. Все, это показатель для меня, это показатель. Они выгрузили смартфон, у которого не оптимизирован процессор. Для чего? Для того, чтобы показать красивые цифры и все. Что дает мне осознание того, что в 3D марке у него перегрев, это то, что если ты долго будешь снимать, он будет по-любому с фризами в 4К-60 FPS. Если ты будешь на Солнце, он будет тормозить и подлагивать. Если ты будешь играть в игры долго, вполне возможно, он либо будет сбрасывать яркость, либо также подтормаживать. В общем, много о чем говорит. И опять же, это мой подход. Я напоминаю, что у меня самый злобный подход на YouTube. Если вы хотите что-то купить, лучше меня не смотреть. Если вы не хотите чего-то покупать, приходите. Мы вам поможем. Realme 12 Pro Plus – это первый смарт с телевиком. Я балдею от него. Фоткаю каждый день, и только на телевик. Результат очень нравится. Что портреты, что пейзаж. На основную вообще перестал фоткать. Вот если бы я не знал, что вы реальный подписчик, то я бы подумал, что вы просто лучший продавец Realme в 2024 году. А у вас что-то с телевиком до него было? Анатолий взял его не у продавца. Анатолий, скорее всего, взял его где-то у представителя бренда и продает теперь 12 Pro Plus, либо делает на него обзоры. Но мне пришел, только он пришел, только пришел, хотя я покупал на высоком ценнике, но опять же я допускаю, что у ну, Дмитрия Гордиенко процентов он был. Дмитрий Гордиенко, у тебя есть ощущение, что у него супер топовый э, телевик? Или я подставляю тебя данным вопросом среди твоего же комьюнити? Я еще раз, Джаст Сергей, повторяю, что у меня iPhone 15 Pro Max, как камера. Я его использую как камера. Он у вас в магазине 50 тысяч стоит. Мы сейчас на стриме решаем его стоит за 24, 27, 30 покупать. А вы говорите, что где-то он стоит 50. За 50 нужно забыть вообще о его существовании и все. Притом на территории России он стоит 30. То есть это русский. Я говорю, а даже неважно, в любой интернет-магазин возьмите. Я не знаю, где такие цены можно найти. Полтинник. За гранью добра и зла. С шестисотнями тысячи баллов в тут. Зашибись. Хорошо они бабки рубят. При том, что у них где-то двадцатник максимум себестоимость, если не 17. Бабло победит зло. Не забываем прожать лайк за труды. Все, кто пришел, помните, как бы вас не бесил мой подход. Если вы здесь, Значит, вам интересно железки. А если вам интересно железки, у нас с вами очень много нового и общего впереди. Поэтому я надеюсь, вы подпишитесь на канал с колоколом. И потом зайдете сюда еще не один, не раз, не два, не пять. Опа. И... Где был этот человек? Надеюсь, что это был бот. У меня есть смутное ощущение, что это был не бот. Ну ладно. Так, мы уже 11 минут играем. 30 минут ему будет за глаза и за уши. Опа. Рожочек. Бот нет. Бот, скорее всего. Сейчас подбегу, он умрет. Да. Ну и ладно. Не очень я и расстроен. Что это бот. X6 сюда кидаем. И перезаряжаемся. Бесшимный нос видео. Это как понять? Сформулируйте, пожалуйста, запрос. Саня с Грузии. Он тут уже месяц продается. Он не мог месяц продаваться, потому что 12 Pro Plus начал старт продаж. Был когда? Запоминаем, 10 марта. Если бы он продавался в Грузии, я бы его купил раньше, чем вы. Поверьте мне. Ввиду того, что я нахожусь тоже не на территории Российской Федерации. 5 секунд. Месяц. Месяц. Очень интересно. 4 марта он начал продаваться. Месяц. Где еще раз вы видели его? Ну ка, проконсультируйте меня, кто подписчики, администраторы, где вы его им видели месяц назад? Месяц назад он был у блогеров, мне его полтора месяца назад предлагали. Никита, так смысл в том, что я тоже не на территории Российской Федерации, но я почему-то его не видел в продажу. Я его даже в продаже нигде не видел. Не то, что... Говорю, мне от... сам бренд писал несколько раз по 12 Pro Plus. Но я сказал, нет, спасибо, я куплю на селе. И купил на селе. Ну, погуглите, пожалуйста, потому что я не понял. Две недели назад. Подожди, ты мне только что -то сказал месяц назад используешь. Анатолий так старт продаж был 4 как две недели то 12 плюс средний э, телевик я же про это и говорю процессору них ему не хватает проца ген 390 93 20 0 да нет, 12 это очень горячая штука. Так, тихо. Так, здесь у меня было проседалого конкретно. А почему у меня такие глюки? Не понял. Вот, вижу его. Вижу типа, бегу к нему. Во. А может в чат Александру вернемся меня, чтобы снимки оценить. Чтобы снимки оценить, вы можете посмотреть в чате. Да, их. Так, вот там какие-то зарубы были. Далеко. Далеко-далеко. 15 минут бегаем. Еще чуть-чуть побегать, хотя бы минут пять. Было бы круто. Опа. Не вижу. О, вижу. Очень приятно было познакомиться. Опа, тихо, тихо. Все. когда тебя не видят тебя видят а ты не видишь это плохо Мне кажется, что совсем издалека. Вряд ли сверху. Уже сняли. Не забываем прожать лайк все, кто пришли. Безумно вам благодарен за ваше участие в процессе тестирования смартфона. Где же этот тип был? Он по мне так клал. fps 60 держит. Понятно, что это не 90, ну и ладно. А, -а, -а вон откуда они, наверное, они на дроп бегали все. Я туда не побегу. Снимут сразу. Привет, понравился твой последний обзор на S24 Ultra. Скажи про они... планируешь ли ты углубляться в новые функции камеры в следующем обзоре? Нет, у меня нет обзор у меня нет смысла проду... продавать Samsung. Хотя они мне тоже писали с предложением. А, они еще через магазины писали, что типа там поприсутствовать на старте их продаж. Потом еще презу они предлагали делать. Короче, мутная эта схема с самсами, потому что ты только подпишешься, потом тебе нужно будет про них рассказывать хорошо. То есть, ну, обычно ТЗ, допустим, у меня, я так на рекламирую, обзоры делаю на них рекламные, и ну, у меня пак обзоров берут, и там еще есть, соответственно, какие-то ограничения. Вот то же самое я уверил с Самсом или с остальными типами. Может быть, нет. Конечно же, нет. Только честные обзоры. Вот. А, к тому, что могу покупать, могу продавать и, и ладно. Я с Samsung бы не хотел сотрудничать. Прям вообще никак. Потому что, ну, там столько косяков в их железках. О! Я вернулся опять к этому дереву или уже к другому приполз. Вот, слышу звук. Типа. Есть еще какие-то? Еще восемь живых. Мы еще посмотрим, куда зона пойдет. Ох ты ешки! Откуда он стрелял? Откуда ты стрелял, где меня видно? Ну и ладно. Мы никуда не спешим. Так. Двигаться надо начать через 5 секунд. Вон он, тип бежит. Раз, два, три, четыре, пять. Пошел. Ну там вот бегает он. Ну мы отыграли зато 20 минут. Мы молодцы. Четыре типа живых. Мне кажется, меня в раскорячку мало кому интересен. А нет, интересен, смотрите-ка. Третий. Ей! Что не третий, тот второй, да? 27 февраля. Но это не месяц, Анатолий. 27 февраля – это не месяц. 27 февраля – это у вас, он значит, меньше двух недель на руках. Опять же, фотографии вы можете все в пользу грамм скидывать. А почему вы скидывали, кстати, фотки с него? Не забываем прожать лайк. Всем огромное спасибо, что пришли. Повторяю, что миссия... Я не думаю, что есть смысл да, дольше гонять. Было 57% в час стало 48, 9% за 20 минут. Это значит 27% в час. Геншин будет интересней, правильно? 48%. Притом он с яркость не сбросил. Давайте-ка проверим, кстати. За 20 минут яркость он не скинул. А, нет, скинул. Скинул. Тихо. Скинул, скинул. На 200 люксов, но хочу отметить, что это было незаметно. Это было прям незаметно, незаметно. Сейчас еще больше сбросим. Ладно. Вы же телевик покупаете, правильно? Вы не покупаете экран. И не надо мне спрашивать, что лучше там. Я начну вам уже про Z8, Z8 Pro и еще много всего рассказывать. Так, тихо. Тач, кстати, нормальный, Дмитрий. Я не скажу, что прям плохой. Это вы спасите, спасибо Андрею Баукин. Алексей Баукин, скажите Андрюхе, спасибо. Он ведет таблицу. Это один из администраторов. Его добровольное желание. У него, кстати, на текстовые обзоры это его тема. То есть он текстовку делает для Дзена. в кармане не носят но носят игровые ноуты которые тоже будут стоить в районе 60 за закатом они еще дороже будут да но это просто супер супер не яркий экран чтобы вы понимали об а, а, глубину проблемы вот он яркость мы только включили ганшин мы только включили и он сказал не друг я в это дело играть не буду с такой яркостью ну водопады это мне не нравятся водопады ну говорю опять же если вы телегой не пользуетесь не делайте кружочки там да да ему плохо ну давайте 15 минут 47 процентов секундомер 15 минут поиграем. Плюсик поставьте. Ох, какие штормоза. Как же ему тяжело. Нет, геншин однозначно не эта тема. То есть те принципы, что видите вы, они и есть. Нечего здесь выставлять. Ему просто плохо, даже на минималках. Ему просто плохо. Еще раз, всем, кто негативно настроен к подобному роду контенту, это моя правда. Я покупаю, я рассказываю, я продаю. Это мое, в каком-то смысле экспертное, но однозначно субъективное мнение. И оно основано на моем опыте, но у вас опыт может быть другим, меньше, больше. И разумеется, вам может быть абсолютно доплевать на мой опыт и на 300 люксов в Геншине, который Он вообще не может Геншин тянуть. Я не знаю, в чем дело. Так. Сырое мясо. Я думал, кстати, это сундук. Сесть. Ей. Все, вот так можно играть. Без проблем. Так, типы. Вот это вот интересная история. Ну как он убегает-то, а? Почувствовал, что что-то не так. И вот так. Ох, как ему плохо. Прям плохо уровня. Даже засчитывать количество потраченной энергии на вот это вот дело. Так, и раз, и два. Скажите, мало того, что ему плохо, я еще включаю эффекты специально. Ну так народ и играет. Или кто-то старается не включать. Так, а кто-то там стреляет еще по нам. А, вот здесь. Ну, играется. Извините, что я отвел. Я весь просто в игре. <сесс> Чуть, -чуть выше сделаю. Скузя. Дайте ему передохнуть, остыть и запустить снова. После 20 минут в пабге при 60 ппс вы стебетесь? У него там было 600 люксов. То есть он сбросил на 100 люксов яркость. А когда будете использовать его, тоже будете через 20 минут игры на минимальных настройках? Давайте отдохнуть. Фризы вообще лютейшие хорошо я в обзоре скажу, после 20 минут в пабге он сбросил яркость на 200 люксов, я только открыл Геншин, он сразу сказал мне, друг, у меня 380 люксов максимум, и все, и на этом наша история о ромео Джулики закончилась. Подставил свою героиню. Ну, нету Все. Я не играю. Саня увлекся. Да, чуть-чуть. Увлекся игрой. Кстати, сколько мы секунд уже играем? Минут. Пять минут. Вот пять минут игры после шести сотен люксов. Хорошо, что темно в помещении. Ха -ха -ха, я нашел конкурента iPhone 15 Pro Max, который также сбрасывает яркость. 280 люксов, не шутя. Не шутя на минимальных настройках Геншина. Ну, кто там? Вот, чтобы вы понимали, настройки я не выставил. Никакие настройки я не выставил. Же голова заболела. Дно. Дно. Так, э, Дмитрий, Дмитрий где-то, я хочу посмотреть в твои глаза. Почему ты мне не сказал, что все так плохо? Дмитрий Гордиенко, а? Где твои глаза глазенки? Ладно, задонут я тебя прощаю. <laughs> За то, что один сегодня. Так, не забудь после катки температуру измерять. А чего тут измерять? Я не буду в него играть при 280 люксах. Он, у него защита от игры. Все отлично. 36,6, 36,8. Он не греется, он просто. Просто сбросил яркость в нули и все. Все. Марика, очень сильно прошу вас вспомнить, что у меня на канале вспоминают только миллионных блогеров. Миллионных. Любых. Можете Вилсакома вспоминать, розетки, да. Можете распаковку два упаковку вспоминать. Да, вердикт. Смартфон красивый. А в Грузии телевик две недели работает волшебно. Если сравнивать с флагманами, вы увидите завтра. Можете уже посмотреть, в принципе, примера фото у Realme 12 Pro Plus я сейчас, кстати, сгружу с Samsung примеры такие же. Экспертное мнение можно захейтить флагман так, что это дело вам покажется хорошим. А... Все, он пробил дно в играх. В играх он пробил дно из всех. Из всех в Realme он пробил. Realme пробил в играх дно. Он хуже, чем Айку z Neo 9ZS за 13 тысяч рублей. Вот, по телевику лучше ли он, чем все остальное, что продается с телевиком? Уделывает ли он по видео и фото? Я скажу нет. Очень много смартфонов. Поэтому я остаюсь при своем мнении. Люди, которые купили, радуются, что купили его дешево. Если вы купили его до 30 тысяч рублей, 24, 27, и он у вас на руках. Вы сорвали джекпот. Это великолепный смарт за эти деньги. Если вы планируете это чудо природы покупать за 30, 10 тысяч раз подумайте. Я также разносил э, Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Защита от влаги на минуточку. Но он во всем показал себя лучше. И он стоил также 30. И эта глобалка тоже была. И я не фанат Redmi и Xiaomi. Но все познается в сравнении. У вас 30 тысяч рублей. Вы можете купить красивый смартфон с телевиком с нулевым запасом на будущее. 600 тысяч баллов Antutu – это не средняк. Это низкий ценовой сегмент для средняка. Вот. Мой такой вот экспертный вердикт. За 30 тысяч выбирайте, его можно рассмотреть к покупке, дороже не можно. До 30 тысяч рублей 2427 27 покупайте, если что, продадите просто дороже. Плюс-минус полторы тысячи, поиграйте с телевиком и все. Кто-то, для кого необходим телевик, я не считаю его волшебным. Опять же, у вас может быть другое мнение. Девайсу от меня да или нет узнаете в обзоре. Обзор будет сравнение с S24. Напоминаю, что Xiaomi 14 тоже на канале, посмотрите. И И все. Огромное спасибо, что пришли. Надеюсь, вы подпишетесь на канал с колоколом. Мы его разовьем. И я напоминаю, что вот я сказал, у меня появи появится возможность делать обзоры на все. Я делаю обзоры на все. У меня есть какие-то силы делать прожарки. Ну, кто успокоится, у меня три часа ночи сейчас. 3. И мне еще сейчас минимум для обзора нужно часа два с половиной делать под съема. Еще завтра с утра, разумеется. И every day same. Это мой выбор, мне все нравится, я очень этому рад. Но от вас, вот вы выбираете. Насчет основного канала вы можете не выбирать, он и так живет. Я повторяюсь, 3000 просмотров мне сам YouTube подкидывает минимум. А про лайв канал, польза стрима с, одним, с обзором одним кадром и про этот канал решать вам. Вы хотите его, он останется. Нет, он просто канет в лету. Поэтому от, повторяюсь, что огромное спасибо, что пришли. А Жужу, лесчик, давайте скажем всем до свидания. Булат, Руслан, за закатом, Universal, архитектор. Вы здесь сталкиваетесь с глазами с реальностью, к сожалению, в каких-то вопросах по плане железа. Ну и не только железо иногда, когда мы за жизнь общаемся, потому что пить алкоголь плохо, курить плохо, наркотики, алкоголь и все остальное это очень большое зло. И мне 40 лет, и поверьте мне. Я не хочу жить долго, но я очень рад, что в отличие от всех моих знакомых в 40 лет у меня нет болезней. И я не буду ни почему стучать, ну придет, придет. Кто не курит, тот, тот не пьет, тот здоровеньким умрет. Вот это буду я. Я хочу. Поэтому всем добра. Увлечение железками ⁇ это хорошо, это безопасно, что самое важное. Александр Павлов, огромное, что зашли. Спасибо, что зашли. Сергей, Александр Шурин, Павел, Вил, Николай, Ранга. Как я сказал, так как я сегодня не разыграл бенда, разыграю завтра 6, а не 5. Насчет подписок решу. Я у админов спрошу, может быть и правда без подписки. Без подписки тоже вариант. Добра и удачи вам, дорогие друзья. А давайте отдельно еще. Дмитрий Горгиенко, Диджей Джу, Вашел, Слав, Вячеслав, Рамзес, Юра, Катавася, Апосум, которая не пришла. Спасибо, что не пришла. За закатом. Ну и еще увидимся, короче, завтра. Добрая удачи!